Я Евгения Пронькина. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, на нашем канале. Мы верим, что, смотря передачи и проповеди Церкви Скиния, вы получаете хлеб насущный и живое актуальное слово с неба. Мы рады, что вы разделяете видение Церкви Скиния и поддерживаете наше служение своими добровольными пожертвованиями. Без ваших щедрых вкладов мы не могли бы осуществить столь масштабную работу, которую Бог поручил нам сделать. Вся информация о переводах находится в описании под любым видео на канале. От себя лично выражаю огромную благодарность и безмерную любовь. Посылаю вам мир. И сегодня хотел бы делиться с вами словом, которое я назвал «Человек сей». Человек сей. Сегодня мы поговорим о действии, которое приводит к экономическому процветанию или к экономическому успеху и помогает нам выходить из кризисов, когда мы попадаем в них. В книге «Бытие» в 26 главе есть рассказ об Исааке, который попал в такой кризис, как раз экономический кризис. Давайте откроем с вами Священное Писание, книгу «Бытие», 26 главу, и прям с первого стиха прочитаем. Здесь написано: «Был голод в земле, сверх прежнего голода, который был во дни Авраама. И пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар. Господь явился ему и сказал: не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе. Странствуй по сей земле, и я буду с тобою и благословлю тебя». Друзья мои, случилась такая ситуация, что в земле, где жил Исаак, пришел великий голод, написано. Исаак — это был тот человек, которого Бог обещал благословлять. Вы знаете, Бог уже через Авраама сказал: «Он благословлю семя твое». Он обещал благословлять Авраама, Бог обещал благословлять Исаака. Но мы читаем в этом отрывке, что и во времена Авраама, и во времена Исаака был голод. А во времена Исаака, благословенного сына Авраама, был голод еще более, чем во времена самого Авраама. И вот у нас разум работает так: если Господь обещал нас благословить, то мы никогда не будем переживать никаких трудностей, никогда не будем переживать кризиса. Потому что если мы впадаем в трудности, мы сразу думаем, что мы сделали вообще не так. Потому что Бог же обещал нас благословлять, и Он должен благословлять. Но я увидел, что в жизни бывают абсолютно разные времена и периоды. Бывает так, что Бог допускает в твоей жизни кризис. И финансовый в том числе. Для чего Он это делает? Но прежде всего, через кризис Он хочет чему-то нас научить. Друзья мои, скажите, пожалуйста, ответьте на такой вопрос. Когда вы более посвященно ищете Господа? Когда у вас все хорошо? Да, вот у вас все нормально идет, финансов достаточно, и вы такие прям в посте находитесь в этот момент, да? Ищите Господа прям. Брат сегодня, говорит, в пост вошел, говорит, на неделю. А что случилось? А, говорит, успех прет во всем ему. Нет, когда у нас успех, мы где-то так вот дальше. А постимся мы тогда, когда действительно проблемы приходят. И Бог допускает в нашу жизнь кризис для того, чтобы чему-то нас научить. И правильно задавать вопрос. Не почему. Потому что мы задаем себе такой вопрос, когда впадаем в кризис. Господь, почему это произошло со мной? Но задавайте себе вопрос, для чего? Для чего, Господь, это произошло со мной? Чему ты хочешь научить меня? Второе, почему Он допускает кризис в нашей жизни? Это для того, чтобы в этом кризисе явить свою славу. Потому что Господь силен тогда, когда мы слабы. Знаете, любой кризис – это площадка для того, чтобы сила Божья действовала в нем. И Бог, Он хочет явить свою славу и явить свою силу. И Он делает это только тогда, когда мы с вами слабы. И кризис как раз такое время. И поэтому, когда вы будете впадать в кризис, задавайте себе правильные вопросы. Задавайте себе вопрос не «как?», «как я выйду из этого кризиса?», а задавай себе вопрос «кто?». Кто тебя выведет из этого кризиса? Когда Исаак был в проблеме, его глаза, они сразу посмотрели в Египет. Они посмотрели сразу на то решение, которое
созрело в его сердце. Так происходит в нашей жизни, когда мы впадаем в кризис или в какие-то стесненные обстоятельства, мы сразу начинаем смотреть на человеческий ресурс, мы сразу начинаем смотреть на счета, на наших, вернее, на деньги на наших счетах, мы смотрим на связи, которые у нас есть, мы смотрим на свою силу. Вот так же Исаак, он сразу начал смотреть в Египет, потому что, скорее всего, слух до него доходил о том, что в Египте люди живут нормально, что там есть хлеб. И если вы будете смотреть по Священному Писанию, то вы увидите, что во времена кризиса люди смотрят всегда в то место, откуда они были возвращены, или в то место, где сегодня идет процветание. Возьмите Руфь, которая ушла на Моавитские поля, потому что пришел голод. Возьмите Петра, когда у него был забран хлеб небесный. Меня забрали у него. Вот. И он пошел куда? Он пошел туда, чем он мог заниматься. Он пошел ловить рыбу. Знаете, я увидел, когда у нас забирают Христа, вернее, у нас его не забирают, когда мы сами оставляем Христа, мы оказываемся ровно там, откуда были взяты. Это принцип, который сегодня действует в нашей жизни. И вот Исаак, он устремил свои глаза на Египет и хотел туда пойти, но к нему явился Господь и сказал: не ходи туда. Друзья мои, я сегодня хочу сказать кому-то: не ходите туда. Оставайтесь на том месте, куда вас поместил Господь. У каждого есть земля обетованная, и Бог поместил тебя туда. Оставайся на этом месте, и Бог говорит Исааку: там я буду с тобой, и там я тебя буду благословлять. Иногда место имеет важную роль. Место имеет важную роль, где ты находишься. Поэтому находись на том месте. Сегодня люди, которые входят в кризис, пытаются изменить место. Они думают, что место виновато тому, что пришел кризис. Меняют семьи, потому что кажется, что место и тот супруг, и та супруга виновата в том, что у меня сегодня кризис. Меняют работы, меняют церкви, меняют страну, меняют города. Иногда, да, Бог выводит тебя, я не об этом. Но иногда ты сам убегаешь от того места, где Бог хочет тебя благословлять. Может быть, сегодня пришло время для того, чтобы переоценить, для того, чтобы подумать, для того, чтобы воззвать Господу, начать искать Господа, потому что кризис пришел в твою жизнь, а ты начинаешь убегать. И посмотрите, как действует Исаак. Он не пошел к царю царей, к Богу, потому что он знал Бога, он был наставлен. Он не пришел к Богу и не спросил: Господь, а что вообще происходит? Почему голод на земле? Он сразу посмотрел в другую сторону. Он посмотрел на царя филистимского. Он готов был пойти к царю народа врагов Израиля. Тетка не голод, говорят. Она и с врагами нас примиряет иногда. И он тоже готов был пойти, но Бог пришел к нему и сказал: не ходи никуда. И дал ему откровение. Какое же откровение дал он ему для того, чтобы Исаак вышел из этой проблемы? Давайте прочитаем. Бытие 26 глава. Написано: «И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат. Так благословил его Господь. И стал великим человеком человек сей, и возвеличивался больше и больше, до того, что стал весьма великим». Кто хочет быть весьма великим? Никто, смотрю. Весьма великим. Послушайте, здесь написано: Исаак сеял в земле той. Казалось бы, неразумно сеять во времена голода, потому что земля была сухой. Скорее всего, наверное, не было дождя, и земля не плодоносила. И, может быть, он сеял прямо в сухую землю. И все, наверное, смеялись над ним и говорили: послушай, сейчас времена голода, надо сохранять по максимуму семена для того, чтобы как-то пропитаться, для того, чтобы как-то дождаться благоприятного времени, чтобы потом, может быть, посеять, но не сейчас, когда времена голода. Ты неразумный человек, что ты сеешь сейчас. Но он сеял, и Писание говорит, Бог его благословил. Потому что, друзья мои, в сеянии всегда есть потенциал. Именно в сеянии потенциал. Посмотрите, Иисус Христос говорит своим ученикам следующие слова. Евангелие от Марка, 4 глава.
и сказал: «Чему уподоблю Царство Божие? Или какую притчу изобразим его? Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрыться птицы небесные». Мы видим, что даже маленькое горчичное семя, которое меньше миллиметра в диаметре, имеет огромный потенциал. Но раскрывается этот потенциал только тогда, когда оно будет посеяно. Послушайте, здесь сказано: а когда посеяно, тогда становится больше всех. Не когда оно находится в банке, не когда оно находится в руке. Сколько ты не держи семя в руке, сколько ты не держи его в банке, оно никогда не станет большим. Оно становится большим только тогда, когда его посеют. Тогда весь потенциал этого семени раскрывается. Мне жалко некоторых людей, потому что они удерживают потенциал семени в своей руке. Они так и не решаются посеять то, что им дает Господь. И они не получают плода. И они не видят, как этот потенциал умножается. Сегодня разные учения бытуют на христианских просторах. Сегодня говорят, что не надо платить десятину, потому что это Ветхий Завет. Ветхий Завет, зачем платить десятину? Люди перестали платить десятину. Сегодня они ожидают, что Господь их будет всеми обеспечивать, потому что Он обещал. Иисус пришел, обнищал для того, чтобы мы стали богатыми. Аллилуйя! Зачем нам платить десятины? Это в Ветхом Завете пускай там все это делают, а нам этого не надо делать. И люди так и живут. Я помню один случай, когда мы говорим смело о десятинах, как и вы, слава Богу за вас, и ваша церковь поэтому будет процветать и будет иметь финансовый успех. Когда мы говорим о десятинах, некоторые соблазняются. Ну и пусть соблазняются, это их проблема, друзья мои. Не обращайте на это внимания. И вот мы говорим о десятинах, и у нас есть брат один, который споткнулся, он постоянно задавал мне вопросы, все время трес священным писанием перед лицом. И он ушел из нашей церкви, пошел в ту, где не говорят о десятинах, где не собирают пожертвования. И вот однажды он у нашего брата, который является хорошим бизнесменом, преуспевающим, ремонтирует свет. Он электрик сам. И весь день ему рассказывает, что в вашей церкви ваш пастор вам голову пудрит этими десятинами. Потому что все по благодати. Иисус все сделал. И он ему рассказывает это так пламенно. Наш бизнесмен говорит: я уже даже соблазняться начал. Знаешь, такой, думаю, наверное, правда. Что-то не то делаю в своей жизни. И в конце дня он не успевает ему сделать работу. Он ему говорит: послушай, можешь мне дать 150 рублей? Он говорит: ну ты работу не сделал, я тебе дам, говорит, деньги, но завтра придешь, доделаешь и получишь расчет. Он говорит: не, мне надо, говорит, 150 рублей для того, чтобы на маршрутку, чтобы, да, на проезд сегодня уехать от тебя, а завтра приехать к тебе. Ну еще что-нибудь купить. И он говорит: я понимаю, у меня внутри поднимается возмущение. Ты целый день разговаривал о благодати. Как классно не платить десятину. А у тебя даже 150 рублей нету. Послушайте, драгоценно мое, есть два свидетельства о десятине. Первое, платят десятину, процветают. Второе, свидетельство, не платят, не процветают. Третьего нет свидетельства. Всего лишь два свидетельства. Сегодня люди приходят ко мне и начинают мне говорить: послушай, ты неправильно учишь, в Евангелии не написано. Нет никаких десятин. Я говорю: знаете, у меня есть случай в моей жизни, который меня чему-то научил. Однажды, когда я стал верующим, я прям с первых дней платил десятины. У меня не было никаких вопросов. Я знал законы мира, что надо всегда платить, за все надо платить. И у меня не было проблем. Но моя супруга, она к этому отнеслась очень скептично и настороженно. Мы работали вместе с ней в уголовно-исполнительной системе. Так получилось, что я ушел на пенсию в должности или в звании подполковника, и моя жена тоже подполковник. Она не стала полковником, я приложил максимум усилий, потому что не захотел до конца своих дней быть в подчинении.
И сделал еще так, чтобы она пораньше ушла, чтобы у нее еще и пенсия была на 200 рублей меньше моей. Потому что она должна знать, кто в доме обеспечитель. Ну и вот, когда я ей рассказал о принципе десятин, она посмотрела на меня подполковничьими глазами. Ну и сразу увидела, что я ненормальный. Ну как-то сначала были трения по этому вопросу, потом мы разделили все по договоренности. Я могу убеждать, особенно свою жену. Вот. И она не платила десятину. Я уже пастором стал, или еще не помню этот момент. И вот однажды она идет домой. А мы жили и родились и выросли в такой стране Мордовия. Республика такая, кто-то, может быть, знает. Там на 50 километрах 26 исправительных колоний находятся. И вот мы в этой среде выросли, а там колдовство процветало и все такое. И нас с детства научили ничего с пола не поднимать. Если ты что-то поднял с пола, это все, ты поднял какую-то болезнь, поднял проклятие или что-то такое. И моя жена даже лучше меня была научена в этом. Она никогда ничего не поднимет, она такая педантная. Слава Богу, что ее со мной сегодня нет, я могу много так рассказывать. Я всегда, когда ее нет, на ней проповеди все вытягиваю. Вот. А она не смотрит меня в онлайн. У меня только один вот непоколебимый последователь, который всегда меня везде найдет. Даже если съемки нет ни у кого, она меня найдет на телефонах. Это моя мама. Она везде меня находит. Я говорю, мама, там не было трансляции. Ты как увидела? Я видела. Она там всех членов церкви переберет в компьютере, все контакты, все обьюзает и все равно найдет, и все равно скажет, сынок, ты молодец. Она вот такой последователь, для которой я хочу проповедовать и проповедовать. Мама, привет тебе. Я знаю, что ты будешь меня смотреть. Однажды я проповедовал, она мне звонит и говорит, сынок, сегодня так классно проповедовал. Я, говорит, сегодня смотрела Риховского, а потом смотрела тебя. И я взял так шутку и говорю, мам, ну кто лучше проповедовал? Она говорит, конечно ты. Знаешь, без задумки. Я говорю, вот это да, вот это последователь, слава Богу. Так вот, моя жена идет и видит 10 рублей помятых. Она берет эти 10 рублей, посмотрела, и внутри ее уже такой, говорит, зачем ты их подняла? И она говорит, выкинуть уже как-то не решилась. Они такие помятые, и вдруг внутри голос, это не твои. И она говорит, я дождалась воскресенья, она мне не рассказала, это потом я все узнал. И в воскресенье в дароносицу 10 рублей. Знаете, встречаются 5-тысячные 10-рублевые бумажки. 5-тысячные новые, хрустящие, а 10 рублей такие мятые. И 10-рублевые спрашивают 5-тысячные, ты почему такая хрустящая? Она говорит, да я все по банкоматам, по кожаным кошелькам. А ты что, говорит, такая помятая? А я все по церквям, да по церквям. И вот она поднимает, и в воскресенье раз и в ведерко, и забыла. Она у меня работала в другом городе, ездила из города Коломны в город Зарайск. И вот прошло какое-то время, она идет с работы, осень, говорит, зеленый свет светофора горит, и автобус стоит, и ей надо быстро перебежать, пока светофор горит, чтобы успеть на автобус, потому что автобус вот-вот отходит. И она говорит, я начинаю набирать скорость, а раз тут вдруг мальчик какой-то, такой говорит, мальчик белокурый, ее за руку берет и говорит, тетя, подожди, говорит, мне надо спешить, а он меня за руку берет и говорит, подожди, тетя, подожди. Она смотрит на него и говорит, что, мальчик? Говорит, ты десятку не находил? Не находила? Ты десятку не находила? Десяточку. Она говорит, я думала об машине речь, вот об игрушечной машине, десятая модель нашего Жигули. И она говорит, я слушаю его и шаг делаю, понимаю, он о десятине говорит. И он говорит, такой смотрит на меня, говорит, если нашла, отдай, не твое. И она говорит, меня вообще пронзило. Она прилетает домой. Я-то не знаю этого случая еще. Она прилетает домой и спрашивает меня, вот, а что там Библия о десятине говорит? Я ей там Малахия, другие вещи. Она говорит, а когда ты не отдаешь, что Библия говорит? Я говорю, ну, в Ветхом Завете есть, надо прибавить 5% от того, что ты удержал. Она говорит, поехали. Я говорю, куда? Она говорит, Сбербанк. Я говорю, зачем? Нам в отпуск надо ехать. Она, поехали, поехали. Приезжаем в Сбербанк, она снимает за весь, там полтора или два года мы были верующие, за все, за весь период снимает все финансы,
Мало этого, она еще пятую часть к ним прибавляет, и у меня шок. И я говорю: Марина, ну не так буквально надо это понимать. Давай прям, давай начнем с сегодняшнего дня. Бог, Он милостивый, Он простит. И я стал уговаривать ее. И услышал слова: отойди от меня, сатана, ты мне соблазн. Ну, конечно, она так не сказала. И сегодня кто-то приходит ко мне и говорит: это Ветхий Завет. Друзья мои, с той поры, как мы платили десятины, мы ни разу не нуждались ни в чем и никогда. Бог верный Бог. Он никогда, никогда не подводил. Я даже однажды устроил с ним соревнование. Думал, что вот сделаю так, что у меня не будет денег, хотя бы один день. Я все тратил, но мне приходило. Я все тратил, и мне приходило. Я все тратил, и мне приходило. Но Бог однажды сказал: не рискуй, не искушай меня. Я верный, но не до такой степени, не искушай. Друзья мои, здесь сказано в словах Иисуса, что когда посеяно будет, тогда оно становится больше всех злаков. Если ты не посеешь то, что тебе Господь дает, ты не увидишь потенциала никогда. И так во всем. Все, что мы сеем, все приносит плод. И мне жалко тех людей, которые сегодня не исполняют того, что говорит нам сегодня Господь, которые не видят то, что именно в посеве есть потенциал, именно в том, что они сеют, и есть залог их благословения финансового, и есть успех в этом, во всем. Знаете, некоторые люди даже иногда приносят десятины, но они не дают им умереть. Потому что Иисус сказал такие слова. Он говорит: истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно пав в землю не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Некоторые не имеют финансового избытка лишь потому, что они посеяли, но для них семя не умерло. Каким образом? Они приносят в церковь свои десятинные пожертвования и хотят отслеживать их путь. Они вроде бы отдали в дароносицу, но в мозгах у них, а куда их тратят? А как их тратят? Семя не умирает, и поэтому оно и не приносит плод. Ну дай этому семени умереть, и ты увидишь, как оно обогатит тебя, как оно принесет финансовое благословение в твою жизнь. Друзья, ко мне часто приходят люди на консультацию, как к пастору, и приходят с финансовыми вопросами, приходят и говорят, что не могут прорваться либо в бизнесе, либо вообще в финансовом благословении. Ведь обещают, что Бог дает нам избыток. Послушайте, Бог не дает нам только от зарплаты до зарплаты. Бог нам не дает так, чтобы тебе еле-еле хватало. Бог дает во всем избыток. Избыток. Но тут тоже надо пару семинаров провести по избытку. Но мы оставим это для Боженко, пускай он проведет. Вот. Избыток. Ты должен жить в избытке. Но мы так не живем, потому что не соблюдаем принципы Божьего Царства. И люди, которые приходят ко мне на консультацию, задают мне вопрос, почему у меня проблемы. И знаете, какой первый вопрос? Я как еврей, я всегда им вопросом на вопрос. Помните, одного еврея спрашивают: Мойша, а почему ты всегда вопросом на вопрос отвечаешь? А он говорит: а как вы думаете? И я им тоже задаю вопрос. Я говорю: скажите, вы платите десятины? В 100% случаев люди, которые имеют проблемы в финансовом обеспечении, говорят: нет, они не платят десятин. В 100% случаев. И если человек сегодня платит десятины, если он делает это от чистого сердца, если он позволяет этому семени умереть, десятины пожертвования, то этот человек не может остаться вне благословения. Не может. Этого невозможно, друзья мои. Послушайте, Господь дал закон сеяния и жатвы. Помните, после того, как Ной вознес ему жертву, и он обонял запах этой жертвы, он дает закон сеяния и жатвы. И он говорит такие слова. Там несколько законов дает. И дает закон сеяния и жатвы. Он говорит: этот закон никогда не пройдет. Знаете, что значит слово «никогда» в греческой транскрипции? Не знаете? Никогда. Послушайте,
Этот закон действует и во времена голода, и во времена кризиса, и во все времена, и зимой, и летом, и весной он действует, и он не проходит никогда. И те, кто знают закон жатвы и сеяния, они знают, сколько посеешь, столько и пожнешь. А я еще и скажу так, что посеешь, то и пожнешь. Глупо сеять кукурузу, а ждать картошку. Представьте, фермера стоит на поле, ты подходишь к нему и говоришь, что ты ждешь? Он говорит, да вот, посеял кукурузу, кукуруза колосится. А что ждешь? Жду картошку. А почему ты ждешь картошку? А я, когда сеял кукурузу, я верил, что будет картошка. Смешно, да? Глупый фермер. А представьте другого фермера, который стоит осенью около поля. Поле пустое. Его спрашивают, а что ты здесь делаешь? Он говорит, жду урожая. А что ты сеял весной? Он говорит, я ничего не сеял. Я верил Богу, что Бог даст мне обильный урожай. Так не работай. И с финансами тоже. Сколько сеешь, столько и жнешь. Это закон, который никогда не проходит. Закон сеяния и жатвы. Исаак каким-то образом... Внутренне, они там вообще, ребята, не знали Писания, но как-то они внутренне ощущали Бога. Он как-то внутренне почувствовал, что время сейчас сеять, не важно, что голод, потому что закон сеяния и жатвы никто не отменял. И он начал сеять прямо там, в сухую землю. И знаешь, что произошло? Бог благословил его. А когда благословил? Только после того, как он начал сеять. Он не благословил его до этого. Он благословил его после того, как он начал сеять. Друзья мои, Писание говорит о том, что Бог, он дает нам, он дает семя сеющему и хлеб для того, чтобы мы питались. И там сказано, что семя будет умножаться. Семя только имеет свойство умножаться. А хлеб, он всегда будет убывать. Послушай, Бог тебя благословляет финансово, но ты должен понимать, что из этих финансов семя, а что из этих финансов хлеб. Потому что некоторые путают и начинают съедать семя. Или ожидают, чтобы хлеб умножался. Но хлеб никогда не умножится. Хлеб съедается, он всегда уменьшается. А умножается только семя. То, что ты сеешь. И оно умножается тогда, когда будет посеяно. Не когда будет лежать у тебя в кошельках и на счетах, а когда посеется и когда умрет. И тогда оно умножится. Но это все еще так, знаете, предисловие. Я хотел бы сказать больше. Я хотел бы сказать о большем. Что сеять надо не только финансы и вообще не финансы. Каждый из нас должен посеять себя лично. Вот о чем мечтает Господь. Чтобы не десятины и какие-то пожертвования принадлежали Ему, а чтобы ты целиком принадлежал Ему. Когда к Иисусу подошли фарисеи и стали испытывать Его, они сказали, стоит ли приносить кесарю жертвы или подаяние. Он говорит, дайте мне, пожалуйста, монету. И он говорит, чье изображение на этой монете? И они, посмотрев, сказали, кесарево. И тогда Бог сказал такие замечательные слова кесареву, кесарю кесарева, а Богу Божье. И я хочу сказать и спросить тебя сегодня, а чье изображение на тебе? Чье сегодня изображение на тебе? Кесаря или Бога? Если ты создан по образу и подобию Его, то Его изображение сегодня на тебе. Он хочет проявиться через тебя. И если оно действительно существует, если есть этот оттиск твоего изображения, Божьего изображения на тебе, тогда все, что у тебя есть, и ты сам принадлежишь Богу. Тут уже речь не о десятинах. Десятины и пожертвования – это вообще начальный уровень. Здесь уже речь о том, смогу ли я отдать все Ему. Все мое, Твое, Господь. Помните этого старшего сына, который трудился на полях у отца, и потом пришел, разочаровался в том, что Бог принял назад младшего сына.
И он стал вести диалог с отцом. И говорит, ты мне даже козленка не дал погулять с моими друзьями. А отец ему сказал, все, что мое, все твое. Мы иногда так трудимся и думаем, что надо сегодня пожертвовать крупную сумму, и у нас ропот. Но послушай, если все его мое, то все мое его. Если Бог мне говорит, я должен отдавать это без всякого ропота, без всякого сожаления, зная о том, что все, что есть в Царстве Божьем, принадлежит мне по праву. И Бог никогда не оставит меня, никогда в жизни, никогда. Послушайте, мы пару лет назад, наверное, в 18 году в Сочи с супругой приобрели квартиру. Мы продали все, что могли продать во всех местах, где у нас что-то было, потому что в Сочи и этого мало, чтобы купить квартиру. Но каким-то чудесным образом мы купили квартиру в уже построенном доме, но не введенном в эксплуатацию. И мы узнали через всех юристов, там, подключили юристов, они проверили всю документацию и сказали, все нормально, не переживайте, все будет хорошо. Но никто не знает подводных течений. Я молился, Господь тоже дал мне, знаете, такую уверенность, мир на сердце. Мы вложили деньги, сделали ремонт. И вдруг оказывается, что дом не вводят в эксплуатацию. В Сочи, я не знаю, как у вас, есть такая система. Там заявляют на строительство 3 этажа, а строят 33 этажа. И потом через суд их вводят в эксплуатацию. Но те ребята, которые построили, они были армяне. Я вообще видел, что армяне заявляют 3 этажа, а строят 44 этажа, тогда, когда все строят 33. И умудряются ввести, потом еще после того, как ведут, еще 5 надстроят. И умудряются это узаконить. Это так. А тут ребята, вот, ну, послушайте, ребята вместо 10 заявленных построили 9. Они парковку посчитали как за этаж подземную, а оказывается, она не считается за этаж. У них в сметной документации 10 этажей, а вышло 9. А знаете, для архитектуры им не важно, нарушение сметной документации, превысил ты или занизил. И начались проблемы, и мы с женой впрыгнули в эти проблемы, и каждый день проблемы, 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 проблемы. Потом вроде эти проблемы разрешились, мы вздохнули. Вдруг там главный застройщик, я не знаю всех этих перипетий, потом там какой еще там субподрядчик или там как они. Они между собой были муж и жена, которые строили. Они разводятся, и жена подает на мужа в суд. И квартиры все арестовывают, и нашу в том числе, и начинаются судебные разбирательства. Они такие бестолковые, но дело в том, что она ему говорит, вот столько отдай, и все. А он говорит, я тебе не отдам. И вот они начинают друг с другом, а там можно до бесконечности судиться. А мы стоим, квартира не оформлена, деньги вложены, ремонты сделаны. И я молюсь Господу, не понимаю, что происходит. И ко мне приезжает один парень с пророческим даром, парень, да? Пророк, Богдан его зовут. Мы с ним дружим. Он реальный такой, Божий человек. Он узнает эту историю и говорит, поехали к тебе на квартиру. Мы приехали на квартиру, он встал и начал молиться. И он говорит такие слова. Господь, на основании десятины, которую платит твой служитель, ты, говорит, искупишь этот дом. Ты сделаешь так, чтобы с этим домом было все нормально. Ну, помолился я там, посмотрел на него, думаю, велика твоя вера, Богдан. Моя тоже как бы велика, потому что мы взялись с женой за руки в момент этих всех разбирательств и сказали, Господь все от тебя, как пришло, так может и уйти. И даже если ты заберешь, мы не будем сетовать. Конечно, сказать это одно, помолиться, а каждый день в этом жить, разные моменты приходят, разные эмоции приходят, и тебе приходится с этим сражаться. И знаете, я много, уже вот второй год об этом говорю, и были такие моменты, когда вот-вот, все, я уже свидетельствовал, все. Потом домой приезжаю, опять какой-то новый процесс, опять не все. И я в другом месте где-то свидетельство об этом говорю, все закончилось, и слава Богу, и люди аплодируют. А я домой приезжаю, опять не все. И вот так вот два года уже, или третий год. Я уже привык даже к этому как-то. Но, слава Богу, у меня есть о чем свидетельствовать сегодня, да.
И когда мы поехали в отпуск в этом году, я жене говорю: слушай, а давай подадим документы в госреестр. Она говорит: как мы подадим, квартира арестованная? Я говорю: просто возьмем и подадим. И мы взяли, подали эти документы в своей квартире в госреестр. Из отпуска приезжаем, говорят: ваша квартира зарегистрирована, вы получили право собственности. Я говорю: подожди, такого не может быть. Я говорю: давай быстро тебя пропишем. Она говорит: давай. Подали документы, прям там же, получая документы одни, после отпуска подали на ее документы на прописку. Вчера она мне звонит, говорит: все, говорит, в компьютере я прописана в этой квартире. То есть квартира принадлежит ей, сама прописана. Но суды идут. И тут звонит наш юрист и говорит: послушайте, ребята, такая ерунда случилась. Говорит, то, что эта женщина, которая судится, она узнала, что там кто-то оформляет квартиры. И она подала в суд, чтобы никто ничего не получал, никакие свидетельства, ничего. Мы говорим: ну мы уже получили. Он говорит: вам повезло. Тот, кто получил, тот получил, а кто, говорит, еще не получил, тот не получит. И я говорю: верен Господь. Верен Господь. Послушайте, что происходит с теми людьми, которые сеют себя? Что значит посеять себя? Это посвятить себя Господу, посвятить себя Царству Божьему на все 100%. Знаете, как видно, посвящен человек или не посвящен, как увидеть себя, как проанализировать, посвящен ты или нет. А когда у тебя что-то забирают, будешь ли ты страдать, будешь ли ты роптать, будешь ли ты искать другое место, или ты, как Иов, скажешь, что я, говорит, добрый буду принимать от Бога, а злое нет, Бог дал и Бог взял. Если у тебя такое сердце, да, это трудно, это не значит, ура, Бог забрал. Нет, но ты имеешь силу смирить себя. Ты понимаешь, тебе плохо, тебя мучает это, но ты смиряешь себя и благодарствуешь Богу, и говоришь: Бог, спасибо тебе. И если эти люди насаждены, если они насаждают, то смотрите, что говорит Павел. Павел говорит такие слова: я насадил, Аполлос поливает, но взрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог взращивающий. Послушай, если ты себя посадил в Царство Божие, посеял себя в Царство Божие, то не важно, кто тебя поливает, хотя и это отчасти важно. Важно, кто тебя взращивает. Только посаженное в Царство Божие Бог самостоятельно взращивает. А Он самый лучший агроном. Он знает, когда тебя обрезать. Он знает, когда тебя окучить. Он знает, когда тебя удобрить. Он все это знает. Он взращивает только тех, кто посажен в Царство Божие. Так поэтому слово-то и говорит: насажденные в Доме Божьем, они цветут, как пальмы во дворах Его. Они возвышаются, как кедры на Ливане. Почему? Потому что они посадили себя в Царство Божие. И дальше Бог, Иисус сам, Он говорит о материальных принципах своим ученикам, говорит такие слова: посмотрите на воронов, они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. И Он говорит им, Он говорит нам: сколько же вы лучше птиц? И у меня вопрос: а чем мы лучше птиц? И некоторые думают: да у нас интеллект есть, пастор. А я иногда смотрю, у некоторых птиц больше интеллекта, чем у нас. Ну правда, ну так и есть. Их даже говорить учат. И они говорят, птицы, говорят: ворон до 300 лет живет, и он там мудрый какой-то, мудрый филин, и еще кто-то. И иногда посмотришь на людей: ну не этим бы лучше птиц. А чем мы лучше птиц-то? В этом слове чем? Потому что мы красивые, пастор, да? Мы красивые, мы умные. Мы люди, созданные по образу и подобию. Но здесь, в контексте этого слова, не этим Бог выделяет нас. Знаете, чем Он выделяет нас? Он говорит: у птиц нет закона сеяния жатвы, а у вас есть этот закон сеяния жатвы.
Они не могут сеять и жать, и все равно их Бог кормит. А вы можете и сеять, и жать. И сколько вы посеете, столько вы и пожнете во имя Иисуса Христа. Аминь. Это закон. И последнее. Мне нравится русский язык. Правда, я его не знаю, но он мне нравится. Я когда проповедую, жена с блокнотом сидит, потом дома разбор полетов, и я думаю, зря я проповедовал вообще. Она там тут окончание, тут это, тут то. Но в русском языке есть такая штука, что одному и тому же слову можно придать разный смысл. Правда? Ручка, например, да? Есть ручка двери, есть ручка писать, есть ручка ребенка и все такое. И те стихи, которые мы читали с Бытия 26 главы, там написано про Исаака. «И стал человек сей великий». И понятно, что речь идет, что этот человек. Но когда ты вкладываешь другую интонацию в эти слова, это не библия, не теологическая вещь, это просто мое размышление, и я просто хочу вам свое передать ощущение. Там получаются такие слова: «человек сей». Как будто Бог обращается к тебе и говорит: «человек сей». Не человек этот, а человек сей. И я сегодня хочу тебе передать это и сказать: сей во все времена, сей в семью хорошие отношения, сей в Царство Божие служение, сей в финансы, сей особенно во времена кризиса. Потому что это самый лучший инструмент. Если ты сегодня в кризисе, в семейных отношениях, в церковном служении, может быть, в финансах, да неважно, любую сферу возьми, и ты задаешь себе вопрос, что делать, я тебе отвечаю: сей. А у меня нет, что посеять, себя сей. Возьми, что есть, две лепты. Возьми этот кувшин с маслом. Возьми этот опреснок, который ты сделаешь и принесешь сегодня пророку, и накормишь его, посей. Или, посмотрите, он приходит к бедной вдове. Она говорит: у меня нет ничего. Сейчас съем, говорит, вот это вместе с сыном, мы умрем. Настолько мы бедны. Он говорит: нет, 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 сначала мне принести. Что он делает? Он заставляет ее фактически исполнить принцип сеяния и жатвы. Он говорит: посей, а потом пожнешь. Не бывает так, чтобы сначала пожал, а потом будешь сеять. Сей. Человек, сей. Давайте встанем все. Хотел бы оставить вам это слово, этот принцип об успехе. И вы увидите, если вы начнете так делать, Бог благословит вас. Я так живу, и я вижу, что оно действует. Люди со мной, которые меня окружают, бизнесмены, они так живут, и оно действует. Оно действует в жизни каждого. И будет действовать и в твоей, потому что это закон. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя. Благодарю Тебя за то, что Ты даешь нам этот принцип сеяния и жатвы. И дай нам стать людьми, которые щедро сеют и щедро жнут. Я благословляю эту церковь по имени Иисуса Христа. И молюсь о том, чтобы люди, которые находятся в этой церкви, увидели финансовое процветание от того, что они сеют, от того, что они добрые сеятели, что они не смотрят на ветер, что они не смотрят на ветер, а сеют, Господь. И если они сеют, и может быть даже кто-то сеет со слезами, то придет время, когда они в радости будут нести снопы свои, потому что приходит время жатвы, великого урожая. Ты благословляешь каждого сеятеля во имя Иисуса. Аминь. Воздайте Ему хвалу, Он достоин. Аллилуйя. Спасибо вам. Спасибо.